Доброго ранку, шановні пані та панове, як і обіцяли, дочекалися дуже історичної розмови з дуже історичними постатями нашого телеканалу. Шановні друзі, автор та режисер проєкту «Луганські літописи» сьогодні нас завітали у студію. Це, ну, по-перше, це Анжеліка Коломойцева. Доброго ранку. І доброго ранку, Сергій Бондаренко. Ну і, по-перше, хотілося вас запитати і розпочати нашу розмову з того, як виникла ідея започаткувати саме луганські літописи. Анжеліка. Именно историческую программу всегда была, ну, так, конечно, у журналиста идет личный интерес, да, вот когда мы учились в школе, я это рассказывала уже не один раз, все время мы учили Луганск, это город боевой славы, трудовой, революционной, а было ведь что-то еще. И вот этот интерес, что было еще, это какая была жизнь, особенно наша любимая тема, это дореволюционное прошлое нашего города, какие люди жили, чем интересовались, чем увлекались. Вот именно этот интерес был прежде всего, и мы хотели поднять такие страницы, истории, которые, ну, не так часто мелькали ни на экране, ни в прессе. Вот, собственно, с этого и началось. И первая тема были такие именно. Угу. Тобто ви захотіли, передусім, а потім розпочинали це робити. І ось тут запитання до Сергія, як саме розпочиналася робота над цим проєктом і як ви до нього потрапили? Мы с Анжеликой работали давно, еще с 99-го года, только некоторое время мы работали на детских передачах. И когда она мне предложила участвовать в этом проекте, я тоже люблю свой город, мне эта тема была далеко не безразлична, я за нее с удовольствием взялся. Ну, правда, как только взялся, понял, с какими трудностями это сопряжено, потому что материалы бывают просто устные, вот там воспоминания, письма, ну, иногда одна или две фотографии. Это правда. Первое время, пока не было архивов, я перебиваю, прости, пожалуйста. Значит, пока не было архивов телевизионных, мы видим, старинной хроники, бывало, делали передачу на основании какой-то одной фотографии, поскольку вот она есть, и все, и надо рассказать 20 минут о человеке, о событии. И тут, конечно, Сережин гений включался, мы использовали, где он брал хронику, как, каким образом. Вот, это было первое время. Сейчас немножечко легче уже. Анжеліко, обов'язково розкажіть мені, де у Сергія тумблери, де включається той геній, одразу після того, як я вам поставлю запитання, скажіть, будь ласка, мені. Ну, ви вродлива, молода, сучасна жінка. Звідки таке захоплення історією і чому ви саме до історії линете у сьогоднішньому телевізійному? Тоді у мене питання вам, а чим тоді повинна, чому ви удивляєтесь? Ви говорите, молода, красива, сучасна. Чому інтерес? А чим повинна увлекатися молода, сучасна, інтересна? А я відповім. Останніми трендами. А-ля Катя Осадча з великими капелюшками. Щось таке неймовірне, зірки, бомонд, нехай на луганському рівні, але все одно. Знаєте, на все время не хватает, і на это в том числе. Але ж у телевізійному, у творчому вимірі ви обрали для себе історію чому? От інтересно. Скільки оцінка у вас була гарна з історії? П'ятірка завжди. П'ятірка? Да, да. Сергій. Ми знаємо, що у вас дуже величезний є відеоархів. Тепер, да. Різний, ну тепер, звичайно. Різні відео у вас є, що стосується Луганська області. Не лише області Луганська, а ще й такого, ну, епохального значення. Як він збирався і чи ставили, коли ви поставили за мету зібрати такий архів? Починаю з першого випуску луганських літописей. Я пам'ятаю, о чому він. Он о Сергее Ильенко, который был в свое время предводителем дворянства. Как иногда говорят редакторы и журналисты, мы не досыпаем ночи, мы пишем сценарии. Вот прозвучал вопрос, где у меня такой тумблер? Вот сидит этот тумблер, который может позвонить мне в 10 вечера и сказать, на какой текст найти кадры. И начиналось все с банального просмотра на всю ночь видеокассет, чтобы найти какие-то кадры, которые приблизительно подходили под эту тему. Вот так мы начинали работать в 2004 году, когда начинался цикл «Луганские летописи». Потом потихоньку собирался архив, собирался он абсолютно везде, где ни попадя. Где-то что-то увидел, где-то что-то понравилось, где-то что-то купил, где-то что-то выменял, где-то что-то даже и нечестно приобрел, где-то содрал с телевизора, только потом замазал логотип. Поначалу было так. А именно хроника Луганска, она появилась у нас сравнительно недавно. До этого ее не было никакой. И приходилось самой разной хронике, самых разных кинофильмов искать кадры, ну, которые немножечко похожи. То есть вот какой-то провинциальный город.
Какой, никто никогда не догадается. Такие кадры находить было тяжело, ну, а що делать? Передачу треба випускати. Ось воно, шановні пані та панове, ось він той тумблер, мені здається. Перепрошую, що відбираю хліб у вас, Анжеліко, як у почесного тумблера, за словами Сергія. Ось воно, а що делать? Ось такий тумблер у Сергія, і він має спрацьовувати. Але ж запитання з приводу того, дуже важко збиралися певні речі у відеоархів. Що найдорожче зараз ви маєте для себе? Ну, самое дорогое, ну, по-моему, не только для меня, но и для многих работников нашего телевидения дорогое, это когда все-таки появилась хроника Луганска. Вид и до. Ну, вид и до. Самая первая вообще киносъемка Луганска была, это когда ему вручали орден Красного Знамени, приказ о награждении был в 24-м году, а в 25-м орден торжественно вручили. До этого Луганск был только на фотографиях. Ну, не попадал он под статус того города, который стоило снимать на кинопленку. Это было дорогое удовольствие. Ну, а что касается до, ну, пока не исчезло кинопроизводство как таковое. У кинопленки было такое преимущество, которое оно же было и недостатком. Она использовалась один раз. Ее нельзя было размагнитить и второй раз пустить. Поэтому кинопленки до нашего времени дошли. Чего не скажешь о видеоархивах. До сих пор ищу, например, видеоархив 200-летия Луганска. До сих пор. Угу. И немає? Пока нет. Но ищу. Надежда ще не умерла. Найдет. Думаю, найдет. Ну, звичайно. Кому ще знайти, як не Сергію Бондаренко? Анжеліко, запитання до вас. Що принципово нового ви дізналися, працюючи над цим телевізійним проєктом «Луганські літописи»? Що особливо зігріло вашу душу та розум? Не можу сказати, що согріло. Це теми, які, це теми тяжкі були. Теми репресії, теми розкулачування, розказачування. 17-й год, 37-й. Це сколько работа, вот буквально недавно мы делали передачу «Расказачивание», сколько работа, я никогда не смогу понять этого, никогда не смогу понять, что люди могли делать с людьми. Вот это вот, ну это не самая веселая, конечно, тема, это то, что всегда цепляет, и очень тяжело делать эти программы. Сергей, может ли у вас что-то зачепило больше позитивное, ранковое? Да меня вообще-то в этих передачах зацепляло все. Потому что если бы оно меня не зацепляло, угу, я не думаю, что мы бы столько лет работали вместе. Потому что, ну, из-под палки делать передачу просто невозможно. Или ее надо любить и делать, или не любить и от нее отказываться. Ось так, просто сакраментально прозвучалася фраза. Мушу дуже швидко ставити наступне запитання, щоб якось цю мхатовську паузу трішечки перервати. З приводу наступного буде запитання до автора цього проєкту, до вас. Анжеліко, скажіть, що для вас найголовніше у створенні кожної програми? Це якась персоналія чи пам'ятка в нашому місті? І то, і то. І то, і то. Саме головне, щоб була інтересна тема. Однозначно, бывают интересные личности, о которых мало было сказано, и очень интересные факты. То же самое, как интересные какие-то события, которые где-то вот мы копаем так иногда, такое интересное выкапывается просто откуда-то из архивов, из наш музей, самый любимый музей нашей истории культуры Луганска, который просто такие, думаю, ну как это, почему это никто не знает. И это нельзя сказать, то ли персоналя, то ли и то, и то. Тобто ви не розділяєте, ну, не то, що не, дещо не розділяєте, розділяєте ці поняття, але пріоритети не ставите жодному з них? Ні. Тоді, як до експерта вже фактично, скільки існує? 2004 року «Луганські літописи», тобто вже 6 років. За 6 років, дивлячись на екранах телеканалу «Лот», цю програму можна з'ясувати і побачити, що дуже багато місць, саме місць у Луганську було, стали героями цієї програми, дуже багато. Яке, Анжеліко, ви вважаєте місце у Луганську найвизначніше, от особисто для вас, як для автора цієї програми? Іменно в Луганську? Так. Я не можу сказати. Я дуже люблю старий город. І о кожному, ми робили навіть програму о домах, о кожному домі можна розказати так, кожен дом говорить о якихось личностях, які там жили. Це не можна сказати. Старий город, ну, его бы привести в порядок, это я не открою тайну, да, чтобы он действительно стал старым городом, который, ну, в Европе же самое красивое место, столица где-то, это старый город, он уютный, красивый. У нас почему-то с этим, ну, вот проблемы. Вот это именно
вы спросили, какое место самое, мне кажется, это вот старый город. Наше старое место. Да, и о каждом доме можно что-то сказать интересное. Ну что ж, мы вышли на улицы міста нашего, не старого, а вот сучасного, и запитали у людей: люди, скажите, будь ласка, яке місце в Луганську ви вважаєте найкращим, найвизначнішим? Ось що вони відповіли. Давайте подивимося соцопитування у підйомі, потім повернемося в студію і прокоментуємо його. Мне филармония нравится, как ее отреставрировали. Филармония. Строение областного управления, еще одна банка там ниже. Не знаю, памятник какой-нибудь Божьей Матери. Мне нравится здание филармонии новое. Музей нравится. Ну именно там фонтан, там как сделали ниже музея, потом что еще. Там много зданий в Луганске красивых. Луганск вообще красивый город. Драмтеатр. Ну, мэрия вот это. Ну, наверное, это бывший дом техники, это в моем понимании. Вот сейчас это Институт культуры и искусств. Ну, ось побачили думку людей. До речі, про думку людей, наскільки, скажімо так, має зворотній зв'язок ваша програма, наскільки ви зі своїм глядачем товаришуєте і якось співпрацюєте? Во-первых, хочу сказать, что действительно вот филармонию сделали, можно только порадоваться. Делали, но сделали действительно хорошо. Правда, кто был, это действительно здание, которое просто цепляет глаз, на него приятно смотреть, там приятно находиться. По поводу сотрудничества со зрителем, я могу сказать, что мы, как вам сказать, самое главное, мы берем те темы, которые... До нас не, нам хотелось бы брать, которые не раскрывались. Нам, мы надеемся, что это интересно. Вот, понимаете, как интересно или нет, это надо спросить у зрителей, как лучше. Самое главное, мы хотим сделать так, чтобы это было интересно. Потому что, чтобы не были передачи об истории скучными, чтобы зритель не переключал канал. Вот это вот самое главное. Надо чем-то зацепить и рассказать, что это интересно. Вот это самое главное. Як, с вашей точки зору, звичайний громадянин, которого мы запитували у соцопитуванні, который... ходить містом Луганськом, живе, народжує дітей, зростає, якось духовно зростає завдяки таким програмам, як ваша. Як він може вплинути на наше місто і на його розвиток в плані архітектурному, історичному і так далі? Я у вас сложно... Вопросы с утра, вы знаете, это за... Набився на комплімент, набивався і набився, віншуючи наше інтерв'ю. Лише одне запитання залишилося з приводу ваших планів. Що, на що чекати нашим глядачам у луганських літописах вже незабаром? Через полчаса починається монтаж програми. Вот сейчас идем в пятую монтажную аппаратную, и сегодня, даст Бог, закончим программу июль-лето. Это время оккупации нашей, ну, мы вспоминаем сейчас военные годы в нашей программе, это время оккупации области, и наш рассказ будет о детях войны. То есть какие воспоминания это были, не игры у них, не развлечения какие-то, какие воспоминания были, о детстве у тех людей, которые пережили вот это время. Ну, мы делаем вот такую передачу сейчас. Що ж, ми дякуємо щиро вам, що ви прийшли до нас у студію, що ви у таку ранішню годину знайшли час, наснагу та сили, щоб прокинутися і завітати до нас. Да. І все ж таки якось нашу історичну розмову підтримати. Дякуємо, наснаги і задоволення. Ви знаєте, дивлячись на Анжеліку, от я особисто, я ніяковію. Така чудова, така вродлива жінка. З таким захопленням говорить про історичні речі, просто мурашки по шкірі бігають. Нехай у вас таке захоплення залишається і надалі в очах Сергія. А вам більше і більше відеоматеріалів архіву. Спасибо. Шановні пані та панове, ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо, звісно, річ з луганських літописів. Подивіться на те, що ми сьогодні і от зараз буквально секунди тому обговорювали. Увага на екран, потім повернемося у студію, буде дуже цікаво, буде конкурс, дочекайтеся.